35 клубней гладиолусов ребятам подарила первичная профсоюзная организация Смоленской атомной электростанции. Ранней весной воспитанники вместе с педагогами посадили их в горшочки и заботливо ухаживали. А теплым майским вечером с друзьями молодыми атомщиками решили высадить их на клумбы возле центра. Сегодня на базе нашего учреждения «Центра Солнышко» в рамках акции «Ежегодные добровольцы детям» и Международного дня семьи проводится акция по посадке гладиолусов воспитанниками «Центра Солнышко» совместно с организацией молодых атомщиков. Мероприятие плановое было запланировано в рамках мероприятий акции «Добровольцы детям 2018», которая проходит с апреля по сентябрь 2018 года. Центр «Солнышко» принимает участие в этой акции ежегодно, и каждый раз для ребят организуется много мероприятий и развлечений. Помогают в этом педагогам друзья учреждения «Омовцы». Молодые атомщики уже много лет шефствуют над центром и организуют спортивные и туристические развлечения для детей. А при содействии руководства Смоленской АЭС оказывается и другая помощь центру. Организация молодых атомщиков Смоленской АЭС ежегодно принимает участие в наших всех мероприятиях. Также работники атомной станции откликаются на наши просьбы. И в прошлом году благодаря Смоленской атомной станции у нас была отремонтирована группа мальчиков с круглосуточным пребыванием. Были выделены денежные средства на косметический ремонт группы. Огромное спасибо хотелось бы передать работникам атомной станции, организации молодых атомщиков и Павлу Алексеевичу Лубенскому. Помощь центру «Омовцы» оказывают с момента создания организации, и добрых дел на их счету уже немало. Ведь поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, святое. С самого начала нашей организации тогда еще был приют «Солнышко», и мы сразу взяли его под шефство, так же, как и школа-интернат поселка Якимович. Это одно из первых мероприятий в этом году, которые начинают нашу деятельность, поскольку весна. В ближайшем будущем мы проведем еще несколько ряд спортивных игр, ну и по мере обращения руководства «Солнышко» мы будем, естественно, всегда им помогать. Все, кто принимал участие в мероприятии, будут ждать с нетерпением августа, чтобы посмотреть на результат своего труда и узнать, какого цвета гладиолус он вырастил.